Ребят, всем привет, с вами Булкин. Посмотрите просто, что я нашел на своем компе. Я, короче говоря, просто тоже сейчас вспомнил, что вы давно просили. Я, короче, думал, что у меня ни хрена не установлено. Друзья, GTA 4 San Andreas. Просто вспомни, вот кто смотрел, кто ждал, кто хочет продолжения этого шоу на моем канале. GTA 4 San Andreas. Блять, это ж пиздец просто, реально разрыв мозга, нахуй. Ребят, ставьте лайк. Кто помнит, кто хочет и кто вообще, вот просто вот это пиздец. Я уже рассчитываю на сегодняшнюю охуенную серию. И самый прикол, у меня все полностью, оказывается, установлено. У меня был на диске, на который я использую, как, ну, короче говоря, блять, ну, для видосов, и там вообще, ну, отдельный диск, да, и у меня здесь, ну, на котором вообще игр, как бы, никогда не было. И, блять, просто, и тренер стоит, блять, это же разрыв. Все, друзья, давайте мутить какую-нибудь хуйню сразу начинать. Все, с вас лойсики, друзья, подписчика, если вы тут впервые. Давайте, Сани, погода, а что не меняется, нихуя. А, это тоже погода. Сейчас, так, подождите, я, господи, я сейчас просто вспоминаю этот тренер, который создан для GTA 4, ну, потому что это у нас основа GTA 4, если кто не знает, и мод San Andreas на него установлен. Такой жуткий баганый! Кто не смотрел, ребят, нет, ну, какие, ну, вообще, предыдущие серии у меня, которые, наверное, года полтора-два назад были на канале, я советую, ребят, вам прежде всего посмотреть их, потому что это пиздец. Это просто разрыв сейчас будет, начнется. Так, значит, давайте включим God Mode. Special God Mode. Так, слушайте, прям, я прям вот вспоминаю все эти, конечно, мелочи тренера. Ну и нам нужна тачка. Так, сеньор, может... Спасибо. Сидоджи, блядь, сейчас отпиздит тебя, понял, бля? Съебал отсюда, гандон, бля. Дай сюда свою тачку. Дай сюда тачку, все, проваливай нахуй. Блядь, что же музыка-то орёт так сильно? А, точно, тут еще, блядь, радио постоянно. О, вот так, да, отключено, все. Так, друзья, ну что? Красавчик, нашел подходящий момент, конечно, чувак, когда вы... Мой любимый скин тут даже есть! Здравствуй, чувак! Ты тут тоже есть... Бля, как я обожаю этот скин в этой игре. Да подожди ты своим радио. Как, да я же уже вышел из машины. Ребята, это такая баганая игра. Это такая баганая игра. Это просто пиздец. Я обожаю смотреть на его рожу. Куда ты побежал? Гандон, блять, а? Ушел все-таки. Ладно. Так, у нас, значит, в чем фишка? Тут, по-моему, модельки, большинство, естественно, изменены на... этот, как его? Слушайте, а я забыл, как чинить тачку быстро. Я все бинды забыл, поэтому это на самом деле хреново. Это у нас... Ну, то есть, да, GTA 4 с миром, с картой и со всем подобным из San Andreas, и машины большинство тоже заменены на San Andreas-овские. О, меня уже начинает шмалять, я помню, этот район опасный, тут почему-то постоянно фигарят в меня. Ох, как я обожаю физику в GTA 4, на самом деле, автомобиле. Почему в GTA 5 такая убогая физика? Вау! Да, бордюры здесь очень опасные, друзья. Здесь очень опасные объекты, здесь можно просто так жутко залагать, на самом деле. Так, ну что, я предлагаю, на самом деле... копов подцепить. Вот, собственно, вот так мы это сделаем. Только что-то звездочками. Ганг вор у меня только. Тут еще, да, типа, можно с этими, бля, я не знаю, кто там, грувцы ко мне приебались. Погнали к мэрии, друзья. Все, погнали к мэрии. Сейчас посмотрим. Заебись. Блин. Я вспоминаю бинды. Просто, на самом деле, это очень полезный бинт. Чинить тачку очень быстро. Я забыл его, ребят. Shift. О, господи. Money in the bank. Shift F4. Я аварийку включил! Как я ее включил? Бля, я как-то аварийку включил. Короб, подождите. Машина не починилась. Так, значит, я не помню, чем мы даже в прошлой серии занимались, но тут, знаете, тут можно заняться чем угодно, вообще просто. Мэрию мы проехали. Ладно, погнали куда-нибудь в другой город. Я помню, я устраивал такой себе челлендж доехать. Если тренер не включен, друзья, поверьте, тут просто можно сразу умереть просто от всего чего угодно. Копы вообще не реагируют на меня, смотрите, я в него паляю, он вообще не хочет меня что-то гоняться за мной. Я не помню, они тут что, не работают, что ли, копы? Так, на этом мы ускоряемся, и вот так вот замечательно мы сносим копов. И, друзья, сейчас у нас будет какое-нибудь веселье. Давайте попробуем максимально быстро проехаться по этому... Блин, красивее, конечно, выглядит, нежели в Сампе, но вот такая скорость не устраивает. Блин, как я люблю эту физику, а? Классно очень сделано. Что-то очень мало трафика, кстати. Если я сделаю вот так. Замечательно. Столб оказался крепче, чем Сидоджи, друзья. Так. Ух, кстати, нет. Смотрите, а он упал. Он, между прочим, упал. Так, что мы можем сделать? Options. Попробуем звезд накидать, может быть, с помощью тренера. Кстати, да, give weapon надо сделать. И... Что такое fast run? Я уже забыл. Fast run. Ну, как вам сказать? Это выглядит, конечно, эпично. Спортсмен, блядь, какой-то. Так. Simple Ragdoll. Это вообще просто охуенная тема. Просто можно грохнуться и... Бля...
салют неплохой. Мне нравится, как в разные стороны просто. Так, подождите, стоп, как вернуть-то обратно? Я вообще все забыл. Аниме это так, отлично. Сейв гейм, я думаю, это нам не надо. Эспект нам тоже не нужен. Так, фриз, заморозить машину. Слушайте, тут столько всего, конечно, можно делать. И я помнил, в принципе, большинство вещей, но фишка в том, что... Так, Never Wanted, это у нас наоборот. А вот как Cops... Диспетч. Кстати, километр... Что? Баласы пригнали, посмотрите. Нас баласы догнали. Подождите, как звезд накидать? Я забыл, ребят, прикиньте. Балас, идите нахуй, вы заебали. Что за хуйня? Такие гангстеры, блядь, ебучие. Так, я на них от них буду съебывать, короче, на тачке. Ну, тут у нас объекты... Нет, точно, я возьму мотик. Друзья, чтобы на мотике было веселее. Так, подождите. Сейчас мы... Какая там... Какие у нас мотики есть? На скутере можешь поебашить? Бобер. Все, заебись. Погнали. Бешеные какие-то баласы. Просто бешеные пацаны. Посмотрите. У нас причем мопед, по-моему, заменен на чоппер. Точнее, чоппер на мопед. И он что-то жутко лагает. И что-то за мной даже не успевают все. Бля, вот это мясо, а. Вот это мяско. Тут очень опасно ехать на этом, на байке, на самом деле. Что-то отстали от нас, смотрите, ребята. Так, хорошо, а если я сделаю вот так? Кто сильней? А почему музыка заиграла какая-то? Какой-то рыбак заиграл. Это у них, что ли? Типа... Блядь. Вы заебали. Слышите, блядь, отпустите меня. Гондон. У меня есть вот такая вот штука. Бля, а если... О, подождите. Так, стоп. Бля, угомонись уже, а. О, спасибо. Да-да, я побеспокою вас. А теперь двери все открыты и... Ну почему музыка-то прекратилась? Чувак. Ух, ебать его сложило. Неплохо. Так, мне нравится этот Хантли. Только, смотрите, у него клиренс не позволяет не проехать. Все, там двое остались живых. Один, конечно, немножко пострадал. Блин, как же сложно-то, а? Управляться со всем этим. Так, мы сделаем следующее. Музыка почему-то орет просто рандомно. Непонятно, когда может заорать. Где у нас, знаете что? Вот это, конечно, тоже веселая штука. Замечательная вот такая вот штучка. Вот такая вот у нас. Которая у нас еще и стреляет. Который мы можем замечать. Так, подождите, трейлер надо скрыть. Тренер надо скрыть. И можно устраивать веселье. Но единственное, я реально не помню, как чиниться. И почему копов нету? С ними было бы веселее, на самом деле. Ох, бля. Блять, Вайнвуд. Я сдрисну отсюда лучше. Я лучше отсюда сдрисну подальше. Ой, сейчас, по-моему, кажется, бомбом будет. Ой, это ж мой дом в Сампе. Можно его взорвать. Ну, бывший, точнее, дом. Пизданулся. Так, значит, хорошо. Меня все-таки интересует, где наши... Это игнор, полис, да? Если гравитацию выключить, ну-ка, подожди, что будет тогда в этом городе бешеном вообще, блядь. Так, гравитацию выключить. О-о-о! Мне уже нравится это. Так, хорошо, только мы давайте сделаем сейчас следующим образом поступим. Допустим, я такой с саблей. Подбегаю к чуваку, говорю, чувак, дай тачку. Чувак дает мне тачку. И в этот момент я включаю гравитацию и... Музыка вообще непонятно как. Чувак, ты будешь долго лететь? Чувак. Причем он один, понимаете? Он один потерял гравитацию только. Он один просто. Вот. Чувак. Бля, все хорошо у тебя? Это из матрицы, пацан, по-моему, слышите? Да. О, все. А встать уже не может. Поехал нахуй. Так, чуваки. Вы знаете, что у нас в штате отключили нахуй гравитацию? Ну-ка, оп. Вот это она взлетела. Чё карабкаешь ножками-то? Так, а если мы сейчас... Ебать! Ой, прости, пожалуйста. Простите, пожалуйста, меня. Мне главное на машине не подлететь, иначе... Она телефон выронила, нормально? Телефон полетел прямо ко мне в хату. Бля, это эпично. Копы! Почему вы такие похуисты? Алло! Что это? Нет, подождите, что-то не то. Либо у меня выключено что-то, либо наоборот не включено. Потому что они на меня реагировали. Серьезно, я вам отвечаю. Я думаю, что вы... Это отчистить уровень. О! Вот это, по-моему, включить, да, получится? Нет, подождите, что... Да, друзья, копы что-то сломались. Чувак, смотри, вот я к тебе ломлюсь. Ты должен мне пизды дать. Тебя что, учить жизни, малыш? Смотри, когда тебя целится из винтовки. Где у меня винтовка? У меня нет винтовки. Хорошо, я целюсь в тебя вот этого. Ты не должен смотреть на меня так, малыш. Ты не должен правой рукой дрочить. Ты должен выйти и дать мне пиздюлей. Скрутить меня наручники, начать меня стрелять. Слышишь, дебил? Вот так вот, когда тебя делают, ты тоже игнорируешь? Вот так, блядь. Тебе похуй вообще? А если вот так вот я тебе сделаю? Бля, вот оленя 2.
Блять! Нахуй я подлетел. Стой! Стой! Ох, бля, Сидот же улетел. Так, ладно. Давайте включим обратно гравитацию. Где она у нас там? Вот она у нас тут. Так. Значит, я включу бесконечные патроны. Не знаю, что с копами делать. Тогда сейчас чем-нибудь другим займемся. Например. Кстати, друзья, пишите идеи, потому что на самом деле тут можно заняться очень многим, но только единственное, конечно... Так, anymore, ignore. Ага. Get такси. Можно такси? Оу! Спасибо, шеф. А теперь пошел нахуй отсюда. Я еще одну такси вызову. Еще, еще, еще. Прям музыка просто вообще просто эпично появляется. Вас слишком много, чуваки. Оу! Фонтаны! Ты че не... Хуя ты дерзкий! Блять, радио еще срабатывает. Что происходит вообще в этой игре? Чувак, ты уверен, что ты... Подожди, ты хотел драться вроде? Что... Чувак. Сидот же аж дергается, смотрите. Чувак. Ты только что мне пизду хотел дать. Вот так вот, давай. Ты дебил, блядь, что ли? Дерись, бля, мужчина. Еблан. Я тебе по писюну ногой топчусь, слышь? Ты не хочешь меня отпиздить, блядь? Или я тебя буду так сейчас зажимать? О, пошло дело. Давай, 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 давай. Ну хули ты сделаешь? На, с ноги сейчас тебя. Давай. А, давай. А, промах... Ах ты гандон, блядь. Давай, давай, давай. Все? Ты... Бля, ты вообще наркоман, что ли? Хуя он бегает, бля. Посмотрите, коп. Ты как по... Нихуя. Ну, пизда тебе. Воу. Я аж просмотрел все это. У меня почему-то камера отвернулась. Бля, меня бесят копы. Реально, вы заебали. Вы игнорите меня. Че? Подеремся, малыш? Малыш. Че, блядь, а? Че, охуел? Пощупай мою катану. Возьми мою саблю. Ну, че, никто не видит. Давай, блядь. Че, давай, бери, блядь, саблю мою, заебал. Видишь, как я тебя... Я пока это предупреждение... Гондон, это предупреждение было, слышь? Пидорас жирный. Бля, вот ты похуист, а? Рожу скривил и терпит. Терпила, блядь. Видишь, как близко было от твоего ебала? Сейчас тебе голову отсеку, нахуй. Вот так вот, блядь, вот так, сука. Долбоебер, блядь. О, и все, последний выстрел жирного, блядь. Был, и все, больше ничего не произошло. Хорошо. Так, ладно. У нас снова, кстати, темнеет. Надо время поставить нормальное. Я думаю, что это будет у нас нун. Отлично. Вот это мне очень нравится погодка. Прям шикарная какая. Так, мы сейчас займемся вот чем. Значит, давайте вернемся. Можем телепортнуться. Значит, меня, например, интересует. Тут места из GTA 4. Чё, я фотик заценить. Какое, зеркалочка? Я просто фотограф, понимаешь? Фоткай меня. Сейчас, подожди, детка, сейчас. Я должен переодеться быстро, ты не подглядывай, пожалуйста. Я сейчас переоденусь быстренько, сейчас. Как тут переодеваться, я забыл. Сука, я забыл, как переодеваться. Сейчас, подожди, детка, я сейчас, ты в лучшем свете. В лучшем свете. Сейчас я заспавню здесь какую-нибудь хуйню. Ребят, что-то я немножко довыебывался с этим... С модельками меня просто-напросто выкинут. Ух ты, смотрите, разборки сразу. Сразу разборки. Чё будет сейчас, ну-ка. А если я заступлюсь, нахуй? Слышь, не трогай его, блядь. Это мой пацан, блядь, мой друг. Хуль ты целишься в него, блядь. О, копы! Пидорас, давай драться, наконец-то, блядь, вы на меня начали обращать внимание. Хули вы так долго-то не обращали внимания? Ты понимаешь, что я отпиздил уже всех? Эй, я не... Ты чё, Ай, блядь, а им... Я забыл же включить эту хуй. Сука, это было довольно быстрое наказание. Все, я понял. Окей, теперь мне пиздец. Я делаю таким образом. Значит, мне нужно Special God Mod. Мне нужно Give Weapon, допустим, второй комплект. Потом мне нужно Unlimited Ammo. И теперь мне нужно немножечко звездочек. Где мы можем взять немножечко звездочек? Я думаю, что вот здесь. Вот как раз-таки вот это вот замечательное... Подождите. Блять, где она? Я опять потерял эту хуйню. Wanted Levin. О! Смотрите, как звезд... Ой, тихо. Вот, 6 звезд. 6 звезд, друзья. И теперь кар спаунинг. Мы делаем замечательный автомобиль под названием, точнее, мотоцикл Energy 900. Садимся в него. Выключаем музыку, она сама выключается. Теперь мы ставим тайм день. И у нас начинается веселье, друзья. Вот именно сейчас. Коп своего переехал, все нормально. Блять, жужжит пиздец этот Energy. 6 звезд, друзья. Справится ли против меня? Отъебись от меня. Мы едем в ЛВ, нахуй. Все, по лестнице аккуратненько. О! Да.
Тут надо, конечно, немножечко вставать на дыбы, все-таки все дела. Так, подождите, можно я выключу эту хуйню? Меня бесит то, что радио начинает играть, то играет, то не играет. Так, у нас, кстати, бесконечные, между прочим, патроны, и мы можем, например, поджигать все на свете, блядь. Оставлять след за собой. Тоже неплохо, кстати. Тоже относительно неплохо. А как менять оружие, я, честно говоря, забыл. Ку. Отлично. Ку. Мы можем... Блядь, но меня не устраивает то, что я имею. Опа, делали! Так, на заднее. Как на заднее вставать? Как на... А, точно. Все, нашел. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, пизданулся прям челюстью, по-моему. Копы. Вы такие долбоебы, пиздец. Я вас ждал? Все, до свидули. Ждем новую группу реагирования. Потому что это хуйня все. Давай по новой, Миша. Так, ладно, что там? Оп! Оп! И все, и полетели вместе. Вместе полетели. Кстати, за мной вертолет. И, кстати говоря, мне кажется, они сейчас наеб... Бля, они очень низко летают. Вы что, дебилы, что ли, так низко летать? Вы же сейчас ебнете здесь. Пиздец. Мне кажется, они сейчас друг об друга сломаются. Так, все, поехали. Трафика слишком мало, но нам это не помеха, друзья. А по-моему, кстати, в настройках мы можем трафик поставить больше, ну ладно. Ой, какая, ой, как страшно-то. Ой, чуть не обосрался прям. Прям боюсь. Давайте посмотрим, что вы сможете сделать. Меня больше всего интересуют вертолеты, как они будут действовать здесь. Потому что, мне кажется, они сейчас немножечко должны... Мне кажется, если я поеду в лес, они пизданутся. Вот давайте проверим. Нет! О, это красиво было, кстати. Это было довольно красиво. Вертолеты... Блин, вы такие опасные пацаны, я серьезно вам отвечаю. Как вы так летаете-то низко? Так, хорошо. Ну, давайте проверим ваше мастерство пилотирования. Вот, допустим, здесь, например, лес. Его нужно как-нибудь облететь. Как вы сможете это сделать? Ой, мне кажется, сейчас пизда будет, ребят. Я смотрю на это и... Нет, смотри, взлетел. Выше. Так, красавчик. Нет, тогда я думал... Я просто думал, они тут не проработанные немножко. Мне колесо, по-моему, пробили, кстати. Или нет? Не, по-моему, не пробили. А может, пробили. Пробили. Надо починить. Как я только так могу чинить. Фикс кар. Все, отлично. Вот так мне больше нравится. Так, поехали. В ЛВ уже прилетели. Приехали, точнее. Ой, вы что, дебил? Бля, вот ты конченый на дороге стоять. Я помню эту фишку, да, что они тут любят на дорогах стоять. Так, а как трафик добавить? Мне кажется, тут можно либо через настройки, да? Подождите. Game, graphics, нет, дисплей. Есть в этом. В четверке, в обычной. По-моему, кстати, в графике. Не... Понятно, я понял. Я все понял. Его, это был, была единичка трафика. Охуенно просто. Вот это мне больше нравится. Вот так поживее выглядит город все-таки. И то маловато. Как-то маловато. По встречке все хуя пиздец просто. Вы дебилы, блядь. Пиздец. Какой же пиздец, а? И копы, смотрите, пропали. Их в этом городе нет. Или есть. Либо они очень тупые, либо... Мы под конец с вами, ребят, безумие устроим. Вон они едут. Мы такое безумие устроим. Оп. По-моему, не попал. Классно ездите, пацаны. Где обучались? Я тоже классно стреляю. С двух сторон прям такие крутые. И бабах, все, вас уже нету. И сейчас тоже бабах, и вас тоже уже нету. Вот заебись-то. Так, все. Под конец, друзья, у меня есть идея для безумия. На самом деле. Можно я буду призрачным гонщиком? Нет, чуть не загорелся, но и слава богу. Так, аккуратно как же вы заебали? Все, пизда, короче. Устраиваем, ребят, под конец этот. Если я вылечу, сразу с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк, пишите идеи для, что поделать GTA 4 San Andreas. И, в общем-то, подписывайтесь на канал, конечно же. И, друзья, обязательно лосики. А мы с вами делаем мясо. Я, скорее всего, крашеную игру, но мы с вами это сделаем. Сейчас. Вот. Поехали. Не, ну, блядь, не совсем так, но... О, вот так мне уже больше нравится. Ух, блядь. Ух, ебать. Интересно, мы там все разнесли в клуб. Оу! Я обожал это делать GTA 4 всегда. Оу! Бля, вот это миско. Так. Что-то мне захотелось в оригинальную GTA 4 поиграть на самом деле после такого. Хотя зачем играть в оригинальную, когда есть такой замечательный мод. Еще и баганный, блядь. Ой, заправка сейчас взорвется, мне кажется. Ну и похуй. Все, улетаем вот таким образом, друзья, от копов. Мне кажется, к нам никто не приблизится даже после этого. Все, весь город, весь Лас-Вентурас, друзья, горит, заправка взорвана. Оу, чуваки, вы такие опасные. Причем, по-моему, я их не подорвал, они... Там... Что?
Там упал... Ой, блядь. Горевший коп упал почему-то и не попал. Ой! Хуя себе фейерверк, блядь. На кого смотреть-то я даже не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, коп вылетел. Бля, это мясо, друзья. Все, до новых встреч, пока-пока.